Скорая помощь слушает. Здравствуйте. С 1 января вступил в силу новый порядок оказания скорой медицинской помощи, разработанный в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Основное изменение – разграничение экстренных и неотложных вызовов. К экстренным вызовам относятся все травмы, химические и термические ожоги, утопление, повешение, все заболевания, которые угрожают жизни, ну как то инфаркт миокарда, например. К неотложной помощи теперь относятся обострение хронических заболеваний и болевые симптомы, которые не несут угрозу жизни. Решение о том, какая именно помощь нужна, в каждом конкретном случае принимает фельдшер, который отвечает на вызов. А когда плохо сердце вызывает, здесь уже, знаете, мы работаем очень давно, здесь уже можно даже почувствовать. И по разговору, по вызову, что действительно там плохо. По новому порядку норматив доезда бригады экстренной помощи составляет 20 минут, неотложный – 2-4 часа. Еще одним новшеством станет то, что скорую можно будет вызвать с сотового телефона по номеру 103. Каждые сутки в Димитровграде работают по 9-10 бригад скорой помощи. Врачи за смену принимают до 200 вызовов. Татьяна Ресеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.